Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net номер 631. Для выращивания рассады посадили 80 семян, из которых проросло 48. Сколько процентов семян проросло? Чтобы найти, сколько процентов семян проросло, надо найти отношение числа проросших семян к числу всех посаженных семян. То есть отношение числа 48 к числу 80. Или другими словами, какую часть составляют проросшие семена от всех посаженных семян? 48 разделить на 80 равно 0,6. А чтобы десятичную дробь записать в виде процентов, надо ее умножить на 100. 0,6 умножить на 100 – это будет 60%. 60% семян проросло. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.